Здравствуйте, уважаемые пользователи YouTube! С вами на связи Raymats. В сегодняшнем видео я вам покажу, как импортировать закладки из таких браузеров, как Google Chrome, Mozilla и Internet Explorer в браузер Opera версии 25.0. Итак, давайте для начала запустим браузер Opera, а затем перейдем в меню настройки, которое располагается с левой стороны сверху, вот здесь вот. Выбрали меню настройки, у нас появляется вот такое вот выпадающее меню. В нем выбираем другие инструменты. И у нас тут же появляется еще одно выпадающее меню. Переходим в него и в нем выбираем пункт под названием «Импорт закладок и настроек». Так, перед нами появляется вот такое вот окно. В этом окне у нас есть текст «Откуда». Вот напротив этого текста у нас есть такое вот выпадающее меню. В этом выпадающем меню нам нужно выбрать тот браузер, из которого мы будем осуществлять импорт закладок браузер Opera. Давайте, к примеру, выберем браузер Google Chrome. А затем внизу нам нужно поставить галочку напротив текста «Избранные закладки». Вот. Тут же мы можем заодно импортировать не только закладки, но и истории посещений, сохраненные пароли и файлы куки. Нам нужно просто вот тут галочки поставить напротив этих текстов и все. Итак, а затем нажимаем на кнопку «Импортировать», и после этого все закладки из браузера Google Chrome будут импортированы в закладку Opera. А также делаем с другими браузерами. Здесь, то есть, в выпадающем меню выбираем, допустим, браузер Mozilla Firefox, ставим галочку напротив избранной закладки, нажимаем на кнопку «Импортировать», и все будет готово. Итак, давайте попробуем. Итак, перед нами появилось такое текстовое сообщение, что выбранные нами данные настройки успешно импортированы. Теперь давайте проверим. Откроем новую вкладку в браузере, перейдем в закладки. Импортированные закладки. И, пожалуйста, вот здесь у нас появилась папка под названием «Импортированные из Google Chrome». Выбираем эту папку, и, пожалуйста, тут располагаются все закладки, которые импортировались из браузера Google Chrome, браузер Opera. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Спасибо за внимание. Всем пока!